4, 3, 2, 1. Один, как он это сказал, как Боря Моисеев. А эта игра вроде... Один. Это был ваш Боря. Такой же один. Я как за кадровый смех. Да. В дешевых сериалах. Такая... Хо-хо-хо-хо. Так. О, можно талант взять. Ого. Шпарь его! Жарила. Да, долго доходило до нашего этого пацана, к сожалению. Ладно, лучше сгоняем так. Там, кстати, дабл мид против Заратула. Не очень хорошая тема для Заратула. Но с другой стороны, пуш с танком, мне кажется, это вообще прикольная тема. Ну, пуш с танком лучше, чем пуш без танка. Я надеюсь, что я его убью. Я не убил, но тоже норм. Так, что там высияет? Черт, два верхних. Так, пойду к высияющим храмам. А то... Так, надеюсь, этот табуретка со мной отправится, а то... Ну, кстати, верхний храм наш. Каким-то мифом. А вот этот не совсем наш. Так, я не понял. Алло! Бежим! Да лол, меня Заратул еще и заблочил, козел. Спасибо, Заратул. Да, этот пацан у нас, видите, крабоват. Заратул, ну Заратул лоу хп, он мог обидеться на команду, все дела, но табуретка-то вообще пушит. Просто, блин, смотрите, они нам тут уже этот таврку снесли, а этот даже забор не проломал. Ребят. Как там по лагам, не лагам, интересно. Что тут чел у нас наглеет. Танк, к сожалению, у нас не догоняет. Недогоняющее орудие. Ну, хотя здесь тоже, в итоге, смотрите, в итоге пропушил тоже. В принципе, ладно. Можно было вместе с ним, получается, оставаться. Давно не играл в ходс, как-то не соотношу силы. Сзади, если кто-то подойдет, я буду готов. Тазик в штаны засунул. Так, есть еще по комментам там все, ок, я не смогу. Ок. Привет, Вадим, чатик 100 лет не стримил. Привет, Вадим, чатик. А, да, видимо, запятая там была. Понятно. Да, наш чатик 100 лет не стримил. Да, чатик вообще нубас. Беда какая-то, надо бы его. Я был в Вьетнаме, в Малайзии, так что. Если из Вьетнама как-то в теории можно было постримить, то в Малайзии интернет это вообще... О, кстати, расскажи про чувака. Дотера. Какого дотера? Ты много дотера встретил, молодец. Про Гейба Ньюэлла? Да. Про малолетку. Короче. Да, про Андрея. Про Андрея из Малайзии. Да. Короче, в Малайзии мне делал массаж ног Гейб Ньюэлл. Практически. Андрей. Что? Правнук. Они решились форта, зашибись. Так, ну-ка нападаем. Теперь не фартит. Да, что-то я вообще езжу, не понимаю, что делаю. Ешку нажал, место потерял. Так, ставим бобы, стреляем. Хотят что-то налили напасть, но я как бы... Что-то нас много. Ого. Ой. Забрали.
Что-то как-то странно произошло. У нас вроде было много. 4 на 4. Я кайтил-байтил, но в итоге что-то меня забрали. Вы еще и новый сейчас отдаст. О, рассказывай, как понравилось. Здорово, Антон. Конечно, понравилось. Как понравилось? Очень понравилось. Не, ну, конечно, прикольно. Путешествовать прикольно. Мы продолжим это занимательное дело. Надо будет разобраться с документами всякими разными. Что-то как-то я даже не хочу на низ идти. Ну, не, наши там доминируют. Ладно, поехали. Да лол, отстаньте от меня. Или Дан, козел. Чё он меня бьет постоянно? Давай. Ой-ой. А наш-то обрел истинную силу? Наш, видимо, другую ульту выучил. Другую истинную силу. Да. Где наш? А, он этот, полет взял, да. Не знаю, что-то мы форты не ломаем. Азмодан? Азмодан наемников берет. Не, вот это прикольно, кстати. Можно с Азмоданом сходить в разведку. Он с линии не сходит, но зато на этой линии он обосновывается хорошо. Как там, не лагает? У вас все хорошо? Дискомфорта, дискомфортных ощущений нет? Это тут же танк, говорит, есть. Танк-то дискомфортно, на него постоянно садятся. Да, тут троллинг такой легкий. Магия храмов. Ого! Ракета была лишней. Ну что, ломаем потихонечку. Если что, Z уйдем, но они, блин, там нам низ ломают. Отстань! Да лол, какого черта? Ого! Или Дан прилетан. Я лучше отойду. Схожу отсюда. Ой, наш Элидан, да ох, нет. Координации что-то никакой. Так, ну, не получать урона я точно не буду. Что я сделаю? Даже не знаю, на борт что ли сходить? Вот, катаемся. На мид вон. Азмодана отпушим. Он упоротый. Как вы видите, он не отступается от своих... Он реально упоротый. А теперь всех остальных. А теперь остальных. Прикольно, кстати, спросить вопрос у чатика и не читать его. Я слишком занята. Слышишь? У меня борьба продолжается, я не сдаюсь. Надежда еще не умерла. А Мария? Проблема вот в чем была, что для... Сейчас скажу. Для Windows Vista и 7 надо установить Microsoft Network Framework. Я сейчас устанавливаю, он говорит, что уже нет. Отлично. Новая проблема. Лили, да смотрите, какая навязчивая. Бухнуть можно? О, наши там еще точку как-то захватывают. У меня вон своя жизнь. У меня есть... 74. Черт, у меня меньше осадного урона, чем у Азмодана. Противник уничтожил форт. А, ну это бот наш. Сфера, 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 я иду к тебе. Черт, а ты ко мне не идешь. О, форт-то, кстати, сломан уже. Я все жду, когда моя ульта будет на всю карту действовать.
Ого, тут волчара вообще бегает по всей карте. Отлично, башню сломали. Ого! Убегаем! Команда, союзники, помогите! Ой-ой-ой! Ой, плохо мне! Черт, ракету не запустил. Черт, а я ворот ломал, тоже хорошее дело. Можно чатик посмотреть. Привет, GoHots, я на сайте не нашел объявление о розыгрышах. А, че, какие розыгрыши? Мы тебя не разыгрывали. У меня все перестало уже, хз, что было. Да, это, видимо, на вопрос о том, что все хорошо. 33 зрителя. Что-то пока слабенько. Видимо, этот, расскажите, ребят, пока в чатике ВКонтакте там или на Твиче, как было. В мое отсутствие на GoHots'е. Было на мое отсутствие на GoHots'е что-нибудь вообще там интересное, веселое. Просто я смотрю, за месяц количество подписчиков на сотню, по-моему, увеличилось. То есть то, что мы с вами делали за один стрим. Меня это немножечко расстроило. Этот забор нам ломает. Так, Вась, идем. Не, Азмодану пофиг. Азмодан! Ладно, понял. Ого, там драка какая. Да ты задолбал, истинная сила, блин, зажали бедный танк. Они босса еще взяли. Блин, Лидана не было, этого не было, короче, они босса взяли. Хотя вот там кто-то у них точку захватывал, то есть они тоже не всей командой были. Да. С другой стороны, мне грех ругаться, у меня 15 тысяч урона по врагов, врагам всего. Ну, блин, меня реально уничтожают в самом начале. И Лидан сюда ультует на меня, и все. Ого. Этот что-то оттуда ушел. Блин, Зратул стоял на топе, полил, свалил оттуда. Чем-то ему там не понравилось. Сходи же на базу, здесь сейчас похилялся. Лидан сдох. Не защитил он. Я мало возможностей их догнать. Ну, пытался забайтить как-то, я не знаю. Не очень получилось. Что-то не прет. Надо... Ну сейчас Артур вроде как сегодня хотел постримить, ну и приджоинить, соответственно. Раз тут я уже... Да, блин, на ускорителях нельзя, получается, в файт не врываться, потому что ускорители мне нужны. Блин. Блин, ну Зратул, давай. Я не очень мог, блин. Ну ладно, я побежал. Ой, Зратул, блин. Вот это убийство. Че ломать-то им, даже не знаю, блин. Все вроде сломали. Да, ракету я туда мощно запустил, конечно. Она до 20... На 20-м она, конечно, становится в 10 раз сильнее, чем до этого, но... Так, сейчас докатимся в наглую. Ой-ой. Никто не пошел кушать. Да что ж такое? Иди. Ой-ой, что я сделал?
Блин, режим осады, ладно, реколаемся. Надо как-нибудь ракету хорошо запустить. Чё пушить, скорее всего, не будут наши. Центр вроде и так пушится. Можно так запустить, короче. Вроде палим по ним. Здесь вон наш Иридан тащит. Верхнюю тему потихонечку сношу. Крипы идут. Ну, кстати, нормально получается. Ой, Азмодан, упоротый Азмодан, этот, который сейчас придет и до конца будет ломать наш дом. Лола, у него все шансы. Реально упоротый. Просто упоротый райт-клик. Мне кажется, что ему платят за каждую единицу урона по зданиям. Так, так. Возвращайтесь к своей войне. Сюда пока не идем. Герой. Там плохо. Ого. Ново. Ой, сейчас будет, походу, нам плохо. Так, надо аккуратненько так сзади стоять. Пусть там врываются всякие силачи. Конечно, у нас инициатора особо нет, вот поэтому Ильдану хорошо ту ульт убрать, потому что она инициирует в плане вот жира именно, не в плане начать бой. Ого. Короче, жопа. Часть ворвалась, заратул на базе. Лили очень хорошо все отхиляла. Прикольно, с танка самолет убил. Иди. Видано, убить уже сложно. Да, сложно. Ну реально у нас такой Зратул, очень аккуратный, скажем так. Не знаю, можно запустить по их базе, конечно, ракеты. Система? Угу. Правильно. Этот упоротый, кстати. Блин, ну против такого упоротого, как мы можем не выиграть-то? Едем, 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 едем на храм. Кстати, этот через храм ракета летает, они задолбутся дефать. Я не очень защитник храмов. Я, смотрите, бомбы не ставятся на храм. Вот тут ты. Здесь, кстати, же этот постоянно палят. Меня здесь сейчас убьют нафиг. О, он сейчас добить это. Да мы сейчас этот, моя ракета, надеюсь. Ракеты. Ну ракета так сделана, что. Блин, ну что за крабы-то? Ну хоть один бы помог. Ты что здесь ходишь, блин, дурочка? Ну посмотрите, сколько хп. 8% чертовых. И ракета сейчас будет. О. Ну, а ракета, ну так сделана. Да все, бегай, короче. Блин. О, ноль. Нова In the Night добила. Не, Нова молодец. Молодец. Отлично. Ну я не понимаю, блин, что там они все дрались? Меня нету. То есть 4 на 5 не победить. Стали дефать мою точку, просто добиваем их. Конечно, 2 точки дефать лучше, чем одну, но здесь достаточно до победы одной. У них одно голое здание там. Фуф, потняшечка. В ГГ вряд ли выиграете. Ха-ха, вряд ли пишется через Д и с пробелом. Еще изи. Изи. Так.